дополнение к тем поздравлениям, которые я лично и мои коллеги направили в ваш адрес, мы бы хотели признать дополнительно ваш вклад в развитие наших связей с отечественниками за рубежом, в отстаивание традиционных духовных и моральных ценностей наших народов, многонационального народа Российской Федерации, и в сотрудничестве с нашей дипломатией по отстаиванию интересов страны на различных площадках, в том числе по линии ООН, Совета Европы и других многосторонних организаций. У нас есть такая медаль за взаимодействие. Для нас это очень важный знак признания сотрудничества с нашими добрыми друзьями и соратниками. Уважаемый Сергей Викторович, я очень тронут вниманием, которое оказано мне вами, и я очень ценю те, я бы сказал, уникальные отношения, которые сложились и между нами лично, и, конечно, между вами и Святейшим Патриархом, и между нашими ведомствами. И поэтому очень важно то, что мы имеем возможность сверять наши часы на постоянной основе. Очень важно то, что действует механизм консультаций и рабочая группа между Министерством иностранных дел Российской Федерации и отделом внешних церковных связей.